Дмитрий Белов неравнодушен к судьбе своего дома. В 2014 году был избран председателем совета МКД. Система ДИЖКХ познакомился давно, однако пользоваться ею не может. Приложение не находит его дом. Также возникли проблемы с учетной записью на госуслугах. Приложение не находит некоторые дома. В частности, мой дом. То есть, если обычно у нас дома идут просто под номером, то мой дом угловой, который записан как 67-69/36, и приложение его попросту не находит. Но как не могу пробиться в это приложение, чтобы, как говорится, полноценно им пользоваться. За помощью решил обратиться к специалистам МФЦ в отделение местного ресурсного центра. Там проблему решили в кратчайшие сроки в результате эффективного взаимодействия администрации городского округа Самара и ее структурных подразделений для решения задач в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Такие приемы граждан проходят по графику в ресурсных центрах, которые созданы в рамках проекта «Региональный центр поддержки председателей советов МКД, ТСЖ, ТСН, ЖСК «Мой дом». У жителей много вопросов. Большая часть из них касается системы ДИЖКХ. Ее основные задачи – сделать сферу жилищно-коммунального хозяйства для граждан более понятной и прозрачной, обеспечить простой доступ к широкому перечню данных. С учетной записью в системе госуслуги жители могут войти в систему ГИС-ЖКХ – это еще одна удобная платформа, которая позволяет получить полную базу знаний о жилых домах, расположенных на территории городского округа Самара, об управлении ими. Это достаточно удобно, особенно для старших по домам. С помощью платформы можно проверить показания приборов учета или лицензию управляющей компании, узнать график капитального ремонта дома и многое другое. Специалисты работают без предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт и СНИЛС. Ксения Баканова, Николай Епифанов. События.